Здравствуйте. Решил снять, как плодоносить слива. Это сорт Виктория покупали. Ту, которую я всегда обрезаю летней обрезкой. Вот она сейчас уже поспела, уже начало сентября. И как виноград просто плодоносит. Очень нравится этот сорт, хотя любой сорт сливы можно сделать таким же. Сейчас вот последнюю летнюю обрезку, видите, торчат такие вертикальные. Вот все, что я не обрезал, больше я не обрезаю. Так я оставляю на весну. Просто не удалось обрезать летней обрезкой. Эти все вертикальные я вырезал в июне. В июле не успел. И теперь уже на весну я их обрежу. И, как я обычно вам говорил, вот видите, здесь шло вверх, обрезал, здесь шло вверх, обрезал, и постоянно я ее перевожу, также и соседняя веточка, на горизонтальную. Когда веточка переводится на горизонтальную, что с ней происходит? Она выпускает маленькие плодовые веточки, которые загружены, просто загружены именно плодами. То же самое, смотрите, вот веточка пошла вниз, она пустила одну плодовую веточку, вторую плодовую веточку, и все оно было в цветах. Ветви в бока переводятся, и она как бы получается разгалуженной. Но высота ее 1,80 м без вертикальных, и слив как у взрослого большого дерева. По обрезке сливы, еще раз, именно это я буду говорить осенью или весной, когда буду обрезать, когда нет листьев, чтобы вам более детально показать, что именно и куда я обрезаю, перевожу эти веточки, чтобы и у вас была такая же слива и такой же урожай. Все, спасибо за внимание. С вами был Виталий Орех. До свидания.